Это мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочки в Wildberries, и как я вам уже говорила, я заказала еще себе в запас две вот такие вот нанотерки, пемзы для ног. Потому что, ну, очень понравилось, девчонки, прям вот за... Как заклеили, ты не откроешь. Потому что прям за 5-10 минут пяточки гладкие, розовые. Она совершенно ничуть не хуже, чем Faberlic за 800, но только цена 100 рублей, поэтому, конечно, взяла две еще в запас. Пусть лежат, но затупится та, возьму, достану новую. В общем, вещь огонь. Это на данный момент самый любимый мой способ привести пяточки, ступни в порядок, потому что это очень быстро и удобно. Вот именно способ на сухую. В прошлый раз мне попалась голубая, и в этот раз две голубые. Ну, как бы это не принципиально. Они вот очень-очень острые. Прям можно руки ободрать. Хорошо очень заточены вот эти вот штучки. Прям класс. Мне нравится. Удобно, девочки, быстро. Прям вообще и пяточки розовые, гладенькие, нежненькие. Потом бальзам для стоп, гладкие пяточки на ножки и вообще на неделю забыть. Розовые, как у младенца. Поэтому прям смело могу рекомендовать по 100 рублей. Ну, вообще огонь. Одна покупочка в Wildberries. Это карандашик пятновыводитель от Pink Magic. Я уже не представляю лето без этого продукта, потому что приходится выводить безумное количество пятен. И чтобы сделать это быстро и удобно, подходит как раз-таки именно вот такой карандашик. Два всегда брать дешевле, поэтому беру в запас. Бренд уже нам с вами знаком. У них есть кислородный очиститель Pink Magic с более чем 5000 отзывов. Так что производитель проверен. Поэтому сейчас мы будем с вами решать насущные проблемы. Мы отрываем с вами первое деление. И вот так вот выглядит наш карандашик. Для того, чтобы активировать пятновыводитель, нам понадобится еще теплая, хорошо теплая или горячая водичка. Вообще вот такой формат, он безумно удобен, когда вещь нельзя целиком закинуть в стиральную машинку, стирать, то есть это шторы, обивки мягкой мебели, диваны, матрасы, ковры, ковролины и так далее. Это очень-очень удобно. Итак, поехали. Сегодня на повестке дня у нас с вами чехол вот от такого кресла. Чем-то его уже уделали. Чем, не пойму. Вот здесь есть пятна. Так как он достаточно большой, объемный, вот там еще пятнышко. Я снимать его пока стирать не хочу. Я хочу просто обработать именно местно. Тюль. Тюль, смотрите, вот тут у меня какие-то зеленые пятна. Не могу понять от чего. По ходу дела они от помидоров, что ли. Вот тут, смотрите, прям зелень очень-очень обильная. Как вам показать, чтобы лучше видно было? Прям вот тут. Тюль тоже у меня стирана недавно. Я ее снимать не хочу, это неудобно. Вот тут, смотрите, два вот таких прям пятна. Вот, видно. Поэтому с этим делом, конечно, сейчас справится карандашик. Что я взяла? Я взяла горячую водичку, я взяла карандаш, я взяла тряпочку, чтобы потом все это дело протереть. Мы вот так смачиваем карандаш. И по пятнышку до образования пены наносим очиститель. Вот такое еще пятно нашла. Все тоже как следует обрабатываем. И таким же образом обрабатываем тюль. Я прям вот таким образом подкладываю ладонь и прохожусь по тюле карандашиком. Совершенно не боюсь, что он попадет на кожу, потому что средство абсолютно экологичное и безопасное. Пятна на тюле вот отходят прямо на глазах. Осталась мне вот эта часть. Таким образом я обработала тюль. Вот здесь уже, помните, сбоку были сильные пятна. Тут уже все начинает высыхать. И от пятен не осталось ни следа. Поэтому я сразу беру влажную тряпочку. Такой ветерочек у нас. И прохожусь, чтобы никаких разводов, ничего не осталось. Влажной тряпочкой. Одна интересная задача. Это стол Крис. Смотрите, как она его пачкает краской. И просто тряпочкой он не вытирается. Но вот так вот он впитывает краску. Поэтому здесь, конечно, приходится использовать тоже карандашик, который буквально моментально все это дело отъедает. Особенно вот тут. Вот тут вот обивка, она такая силиконовая. Она прям в себя все загрязнения впитывает. Но с карандашком, смотрите, просто происходит чудеса. Фокус. Фокус. Прям растворяется все моментально. Останется только протереть. Опачки. И стол у нас чистый. Самое с пятнышками на чехле. Вот здесь и не осталось ни следа. Здесь еще 5 минуточек побудет. И вот тут два пятнышка, они тоже полностью отошли. Мы сейчас вот так все тряпочкой протираем.
И у нас чистота. Ну, а теперь ковры. Покажу вам на примере кухонного. Кто-то, помню, меня убеждал, что ковры на кухне – это очень плохая идея, очень плохая затея. Придется либо постоянно их менять, либо стирать и так далее. Вы знаете, ничего подобного. Вот в крайнем случае, когда вот что-то на ковер попадает, я беру карандашик и меньше чем за одну минуту мой ковер избавлен от пятна. Вот и все, товарищи. Поэтому никаких сложностей нет потратить минуту, 10, пускай минут в целом, чтобы во всех своих комнатах привести в порядок ковры. Карандашик Pink Magic, как всегда, выше всяких похвал. Я расскажу вам еще пару лайфхаков. Обязательно берите себе на вооружение, потому что это очень удобно. Сейчас разговор пойдет о машине. Обивка машины, особенно если в ней ездят дети, тоже очень часто страдает. И автокресло детское. Мы просто уже так делали, поэтому рассказываю, чтобы каждый раз не снимать чехол, не нести домой это автокресло тяжеленное, не стирать его целиком. У нас на этот случай в машине тоже лежит один карандашик Pink Magic. Абсолютно так же берем водичку, по пятнышку проходимся и влажной салфеткой потом пятна удаляем. Потому что когда дети ездят в машине в автокресле, но они обязательно что-нибудь едят, и потом жуткие пятна. И то же самое обивка машины, очень легко убрать различные пятнышки. Так что берите на вооружение, а я карандашиком, как всегда, довольна. Универсальный, безопасный, экономичный расход, удобное хранение, то есть и в машину, и в сумочку, да куда угодно можно его положить. Очень приятная цена, не оказывает никаких негативных воздействий на ткань, на кожу человека. Вы сами видели, что с цветной тканью он абсолютно ничего не сделает, не повредит ее. Поэтому в этом плане тоже все супер. Разрушает даже стойкую грязь. Более 2000 отзывов на Валберес и Озон. Очень удобно использовать для тех вещей, которые сложно замачивать и стирать. Шторы, мягкая мебель, обивка, ковры и так далее. Я буду использовать карандашик и дальше. И вам очень рекомендую к покупке. Ссылочку оставляю в инфобоксе. Пусть ваш дом сияет чистотой, а уборка будет быстрой и легкой. Одна очень интересная покупочка с ВБ. Я беру такое впервые, мне интересно. Поэтому давайте распаковывать. Девчонки, это гигиена полости рта. Это межзубный йод. Посмотрите, какие прикольные. 90 градусов. В общем, мне очень интересно. Я беру впервые. У бренда здесь 6 штук. В магазине есть различного размера ёршики. Я взяла именно микс, потому что я беру товар впервые. Еще не совсем понимаю, что конкретно мне нужно. Давайте посмотрим. Вот здесь характеристики толщины, щетина какая у кого. Супер микро, микро, нано, мини... И мини, и вот это вот коникол по ходу дела. В общем, ёршики межзубные, очистка широких межзубных промежутков, пространств. Смотрите, под несъемными, вот, кстати, очень классная штука, ортодонтическими аппаратами, то есть у кого брекеты. Я взяла, у нас нет ни у кого брекетов, я взяла исключительно, чтобы просто вот между зубками проходиться, периодически чистить. Потому что зубы делать дорого, проще за ними следить. Импланты. Тоже вот, смотрите, подходит корней зубов, тончайшие щетинки ёршиков легко проникают в самые труднодоступные места и производят эффективную чистку. Сейчас откроем. Упаковку вот так они выглядят, и здесь каждая щеточка получается в чехольчике. Надо какой-нибудь средненький взять и попробовать воспользоваться. Смотрите, ну вот, допустим, зеленый. Вот тут сначала прозрачная щетинка, а потом темная. Зеленый это у нас как раз микро. Микро это посерединке прям у нас размер. Сейчас попробую, расскажу вам о своих ощущениях. Слушайте, ну попробовала. Вообще прикольная штука, на самом деле прикольная. Просто как бы нужно приблизительно понимать расстояние между вашими зубками, какой ёршик вам подойдет. Поэтому я не пожалела, что взяла в первый раз именно миксовый. Вообще классное, приятное достаточно ощущение. Тут, помимо всего прочего, еще идет массаж десен. И между зубками прям хорошо прочищает. Мне понравилось, вы знаете. Мне прям понравилась задумка. Классная, пользоваться удобно. И, конечно, для здоровья наших зубок, чтобы не было у нас кариеса, это тоже штука очень нужное. Поэтому определюсь с размером и в следующий раз уже возьму тот, который подходит. У меня вообще широких промежутков особенно нет, но вот этот зеленый средний ёжик практически везде у меня прошел, хорошо чистит вот остатки пищи или еще что-то, потому что даже если зубы хорошо чистить, все равно межзубные пространства, они нуждаются в отдельном уходе. Я такие штуки люблю, поэтому зачет.
Это у нас с вами Wildberries гольфы, очень бюджетные гольфы, написано носки детские гольфы для девочек, две пары, размер 34-36, 80 хлопок, 17 пар и 3 эластан. Кто-то из девочек в телеграм моих кидал, взяла Ксюшки. Ксюшки, ну, может быть, вот знаете, если вдруг погода нас будет баловать, сентябрь будет теплым, там в школу ходить в платьице с гольфиками, очень красиво. Сейчас достану, покажу. Одни белые, тут прямо на ступне указан размер, вот такой вот бренд. Белые и вторые черные. Надо, наверное, мне кажется, примерить и посмотреть, как это дело все будет смотреться. Вверху такая резинка. Но для меня вообще самый главный момент, чтобы они не скатывались по ноге. Потому что, ну, это некрасиво, когда ребенок там прошелся, сделал 10 шагов, а гольфы уже вниз собрались, как носки. Поэтому сейчас примерим, посмотрим. Ну, прикольно, мне нравится. Вот Ксюхи, они выше колена. Так вот, когда ходишь, вроде не скатываются, да? Или скатываются? Скатываются? Ну-ка, походи, покружись. А вот сзади белый скатался. Ну-ка, расправь его. Не, все равно не расправил. Он у тебя сзади прям такой закрученный. Не расправляется, что ли, белый? Черный хорошо прям. О, видите, закатывается. Ну, а ниже колено тогда, если сделать его. Сейчас попробую. Не в колготках хоть на 1 сентября. Вот так, ниже колено, да. Вот так ниже колено, мне кажется, они тебе не будут вообще скатываться. И будет в целом очень достойно, нормально. Вот как белый я сделала, да? Повернись задом. Во, вот теперь нормально, да, вот так. Вот. Ну, прикольные, слушайте, мне нравятся, да? Прикольные. Ну и на этом все. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе, в том числе и на чудо-карандашик-очиститель Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока-пока.